Утро доброе, Вести Карачаево-Черкесия с вами. Сегодня 30 августа, последний рабочий день лета. В народе считалось, что можно делать прогнозы на предстоящую осень по силе ветра. А вот что нам обещают синоптики, узнаем из свода гидрометцентра. Но чуть позже, а пока время новостей. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов проверил готовность средней школы номер 1 Карачаевска к новому учебному году, осмотрел благоустройство прилегающих территорий, а также оценил качество ремонта. На сегодняшний день учреждение полностью готово. Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации безопасного и качественного процесса обучения. Марат Урусов дал поручение обновить полотно и ограждение на спортивной площадке, улучшить условия в столовой и благоустройство. Строить прилегающую территорию вокруг школы. В преддверии учебного года во всех городах и районах республики проходят августовские педагогические совещания, на которых обсуждают планы работы на Новый год. На совещании работников образования в Адыгейхабльском районе с приветственным словом к педагогам обратился исполняющий обязанности главы района Мухтар Астежев. Он вручил благодарности за педагогический талант, высочайший профессионализм и многолетний труд. С основным докладом выступила начальник отдела образования Адыгейхабльского муниципального района Ирина Банова. Она подвела итоги работы учреждения образования за прошлый год и озвучила планы на предстоящий. В новом учебном году у нас будут изменения довольно-таки большие, потому что вводятся два новых предмета. Вот сегодня на секциях методических объединениях будут обсуждаться эти вопросы, будут доводиться учебные планы. У нас было ОБЖ, сейчас стало ОБЗР, то есть детей сейчас будут по-новому готовить по подготовке к военным дисциплинам. Вот. И у нас, получается, была технология, сейчас стал труд. Оборудование полностью практически во всех образовательных учреждениях у нас закуплено именно по этому предмету. То есть девочек будут учить шить, мальчиков будут учить по столярному делу, по деревообрабатывающим вот таким дисциплинам. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Карачаево-Черкесия». Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный. Ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, в горах плюс 6, плюс 11. Днем плюс 25, плюс 30 и местами плюс 16, плюс 21 градусов. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 26, плюс 28 градусов.